В непростой борьбе они оказались лучшими. Три золотые медали завоевали вольники селения Хибда Шамильского района на 43-м республиканском турнире памяти абсолютного чемпиона Советского Союза по вольной борьбе и самбо Сураката Асиатилова. 17 команд из Азербайджана, Чечни, Ингушетии и Дагестана определяли сильнейших в 11 весовых категориях. Гаджимурат Зиудинов от тех, кому улыбнулась удача. Легендарная личность, истинный горец. Так почетные гости отзываются о Суракате Асиатилове. Сюда, в Хибда, на его родину, приезжают многие известные политики, спортсмены и друзья. Те, кто знал Асиатилова лично. Сегодняшние и гости, и друзья, которые приехали поддержать этот турнир, говорит само по себе. Мы от Министерства физкультуры и спорта Республики Дагестан, лично от министра Магомеда Юсуповича, мы всех поздравляем, желаем, чтобы этот праздник был постоянным. Для горного Дагестана оно очень необходимо для развития физкультуры, спорта и здорового образа жизни. Турнир знаковый. Именно отсюда получили путевку в жизнь многие дагестанские борцы вольного стиля, позже ставшие обладателями золотых медалей чемпионатов Европы, мира и даже Олимпийских игр. А введение новых правил борьбы доказало. Вид спорта заслуженно представлен в программе Олимпийских игр. Все сегодня ждут этого турнира. Память о Сурагат Халаловиче, человеке, который один из основоположников борьбы в республике. Человек, который, единственный человек, который выиграл Александра Медведя. Здесь рождаются чемпионы, здесь формируется характер. Да. И сегодня вот эти новые правила, они еще раз показали, что зрелищность, интерес к борьбе, у него большой потенциал. В первый день боролись представители весовых категорий до 35, 42, 50, 58, 69 и 85 килограммов. Здесь триумфаторами стали Магомед Магомедов из Ботлерского района, Хасавиртовец Рамис Гамзатов, Тофик Садыглы и Руслан Абдулаев из Азербайджана, махачкалинец Абдулла Магомедов и хозяин ковра Нурмагомед Гаджиев. Впору повысить статус турнира, мнение гостей. Я надеюсь, что оно прибавит опыт молодых ребят, которые будут, наверное, в будущем претендовать и на олимпийское золото, и на медали, значит, мировых чемпионатов мира, Европы и так далее. Второй день подтвердил, Асиатиловский имеет право на статус международного. Обладателями медалей в пяти весовых категориях стали азербайджанец Мурат Сулейманов, 63 килограмма, хасавиртовец Курбан Шираев, 38, Гаджимурат Шехмагомедов и Магомед Шахбанов из Шамильского района, 46 и 76 килограммов соответственно. Чеченец Шамиль Сулейманов выиграл золото в категории до 54 килограммов. Гости уверены, турнир – это и здоровый образ жизни, и приобретение столь необходимого опыта и мастерства. Здоровый образ жизни, который здесь показывается, это воля к победе. И, значит, все, что они годами работают над собой, они проявляют все на ковре. Конечно, с каждым годом становится и уровень, и класс борьбы повышается на этом турнире. Вы сами свидетели видите, какие зрелищные схватки. Итоги турнира. По три золотых медали у хозяев и борцов Азербайджана. Они в лидерах в общем зачете. Победителей и призеров, а также их тренеров поощрили денежными премиями и специальными призами. Гаджимурат Зиудинов, Арип Ибрагимов, Расул Дибиров и Юсуп Газиамаров. Время новостей.